Расследование длилось долгих 20 лет. Сами группировщики неохотно рассказывали о событиях того дня. Одно время они вообще утверждали, что Эдуард Хайруллин украл так называемый общак их банды и сбежал. 31 августа 1995 года в реке Волга в Зеленодольском районе республики был обнаружен пакет, в котором находились расчлененные останки мужчины. Позже было установлено, что это участник казанской группировки «Хатит Акташ» Эдуард Хайруллин по кличке Экн, 1972 года рождения. При этом его смерть наступила в результате трех огнестрельных ранений головы. Как повествует книга «Бандитская Казань», местом преступления стал берег Волги, где главарь хадишинских Радик Галиакберов устроил пикник. Бандитов связывала многолетняя дружба, поскольку до создания группировки они были знакомы с юности. Но несмотря на это, группировщики заподозрили Экона в предательстве, а именно в связях с конкурирующей ОПГ. На природе они хотели серьезно с ним об этом поговорить. В какой-то момент Хайруллин повздорил еще с одним участником ОПФ. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой противник Хайруллина расстрелял его из пистолета. После этого виновник и очевидцы расстрела покинули место преступления. Через некоторое время подозреваемый расчленил тело убитого и выбросил останки в Волгу. Спустя два десятилетия полицейским стало известно, что к убийству причастен Фарид Мунипов по прозвищу Форик. Для проверки этой информации следователи вызвали на допрос отбывающих наказание группировщиков. Из места лишения свободы этапированы ранее осужденный участник группировки, которые дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах убийства Хайруллина. Осужденные рассказали, что видели все своими глазами, и именно Форик убил Эдуарда Хайруллина. Однако на этом расследование прекратилось, ведь в 1996 году Фарид Мунипов разбился в автомобильной катастрофе. В связи со смертью подозреваемого дело было закрыто, поэтому доказательства его вины в суде исследоваться не будут. 25 лет в эфире. С вами и для вас.